Смотри, сколько их там много. Смотрите, какие они классные. Он уже начинает превращаться в слайм. Смотрите, какой классный цвет. Я пытаюсь сделать сердечко. У нас уже 3 полянки. Осталось последнее. Всем привет, друзья, на канале Принцесса Кристина. Сегодня мы будем делать слайм в стиле пэтшопов. Но это не обычные пэтшопы, а это цветочная серия. И они прозрачные, как будто кристальные, у них ушки такие блестящие. Друзья, досмотрите это видео до конца, и в конце мы сделаем распаковку. А вначале мы сделаем слайм для них. В первую очередь мы выльем клей в эту емкость. Он опять квакает, да что это такое? И вторую бутылочку. Теперь высыпаем соду в водичку и все это перемешиваем. Получается как какао. Все это выливаем. И снова перемешиваем. Теперь нам нужно добавить загуститель. Раз, два, три, четыре, пять. Как классно. И все это перемешиваем. Он уже начинает превращаться в слайм. Для каждого цветочка мы сделаем свою полянку. И вот для полянки у нас есть вот такой разноцветный глиттер. У нас в наборе есть 4 поляны. Значит, мы разделим слайм на 4 части. Настало время делать наши цветные полянки. Давайте сначала сделаем красный. Красный у нас будет этот. Смотрите, какой классный цвет. Я пытаюсь сделать сердечко. А как оно еще блестит, сверкает. Вау, сейчас выстрелит сверка. Какой классный цвет получается. Красная полянка у нас уже готова. Теперь будет у нас золотая полянка. Вау, посмотрите, как золотой блестит. Очень классно. Наверное, питомцы будут очень рады такой полянкой. И это тоже перемешиваем. У меня все руки уже в золоте. Следующая очередь синего слайма. Как будто космическое небо. И перемешиваем. Какой же он классный. Остался последний зеленый цвет. Вау, изумрудный цвет, как будто травка. Давайте же мы его перемешаем уже. Сейчас весь стол будет таким же изумрудным. Итак, у нас готовы 4 поляны разного цвета. И теперь будем делать распаковку. И напишите в комментариях, какой вам больше цвет нравится. Мне вот, например, нравится пурпурный. Он подходит по цвету вот этих питомцев. У них кролочки на головах и ушки в глиттере. Давайте их уже поскорее откроем. Я так уже жду. Та-дам! Ух ты, сколько их там много. Смотрите, какие они классные. И все разноцветные, и глиттерные, и прозрачные. Сейчас мы будем по одному доставать и рассматривать. Вау, миленький зверек. Он мне похож на коалу. У него цветочек на голове и блестят ушки. И сейчас мы будем каждого садить на свою полянку. Оп. Ну что, давайте мы достанем всех. У него шевелится головкой и у него узор какого-то цветочка. И это похоже на моржика. У него такие миленькие зубки. Реально похоже на настоящего. Тоже ставим на синенькую полянку эту милашку. Пожалуйста. Сейчас мы достанем такого малыша милого. Друзья, напишите в комментариях, на кого он похож. Я даже не знаю, кто это. Тоже его присоединяем к нашим друзьям. Вперед поставлю, потому что его не будет видно. Достаем теперь попугая. Ой, это ящерица. Фиолетовая ящерица. Ставим к нашему малышу. Посмотрите, какая милота. Давайте мы на золотую поляну будем ставить желтеньких друзей. А теперь мы достали вот такого желтенького, миленького, золотого котика. У него на голове цветочек нарисован, и это, наверное, девочка. Интересно, это тигровая лилия?
Представим центр нашей полянки. Прямо на пузырик. Это у нас похоже на жабку. И у нее длинненькие глазки и тоже цветочек на голове. Ставим его рядом со нашей кошечкой. Это, я так думаю, мальчик. Будем доставать этого милашечку. Это похоже на олененка, но я даже не знаю, кто это. О, у него даже голова шевелится. У него чубчик впереди выглядывает. И на чубчике прям цветочек. Как же нам тут нравится! У нас у каждого свой домик теперь появился. Это, наверное, маленький птенчик, потому что мне так кажется, что это маленький утенок. И ставим возле нашего олененка. Заселяем пурпурную полянку. Начнем с вот этого котика. Какой он классный и няшный. Это, наверное, лисичка. У нее на головке нарисованы розы. Очень классно подходит под нашу пурпурную полянку. Опа! Мне действительно очень подходит этот цвет. Так здорово! Это, наверное, говорящий попугайчик розовый. И у него тоже на голове розы, кстати, нарисованы. Откуда вы узнали, что я говорящий? Потому что ты попугай. И ставим возле лисички. Ну, наконец-то из всех питомцев нам попался миленький щенок. Какой же он классный. Если думаете, что это не щенок, тогда напишите в комментариях, кто это должен быть. Его прям засасывает в этот слайм. Друзья, я еще такого не видела. Это настоящий маленький паучок. Друзья, а может быть это осьминожка? И напишите в комментариях, на кого он похож больше. И ставим возле щеночка. У нас уже 3 полянки осталось. Последняя. Ой, посмотрите, какая милая бабочка или пчелка. Я даже не знаю, кто это. Напишите в комментариях. Посмотрите, какие у нее сзади крылышки. И это опять девочка. Ставим на зеленую полянку, прям в центре. Смотрите, какой миленький бурундучок. И у него еще голова шевелится. Ставим возле нашей бабочки. Смотрите, это краб-девочка. Он такой милый еще. И у него такой хохолочек сверху и маленькие клешни. Опля. И последний питомец. Посмотрите, это еще один песик. И это мне похоже на породу чихуахуа. И присоединяем к нашим малышам. Ну что, у нас все 4 полянки со питомцами готовы. И все нашли свой дом. Друзья, если вам понравилось это видео, тогда ставьте лайк, подпишитесь на мой канал. И еще раз лайк, лайк, лайк. И заходите обязательно в Инстаграм. Друзья, обязательно подпишитесь на канал Кристины. Она очень старалась, когда делала нам эти полянки. Они теперь стали нашими домиками. Я вас всех целую, обнимаю. Пока-пока.